Доброе утро. У меня еще спят все дети, кроме Арсюшки и нашей гости Леночки, которая уже проснулась. А я готовлю детям сырники. Ну, не проснулся еще никто. Парень, ты спишь? Поля. Полина. Оля. Тихо, 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 тихо. Ну, Полин. Ты спишь? Да. Дашка сегодня хорошо, да, Даш? Да. Не тошнится или ничего? Нет. Поль, ты нормальная дочь? У меня настроение сегодня. Леночка, как тебе платье, которое мы тебя одели? Клевое? Я в машине учить детей. Клевое платье? Идет тебе, да? Одели на Леночку Дашу на платье. Потому что мы сегодня едем на праздник, она идет с нами. А это мой детей. Вот я сейчас покажу одного нудящего мальчика, который не хочет надевать джинсы. Я хочу Марк. Марк. Галстук хочу свой возьми. Флаг, мама. Флаг. Флаг? Я не знаю, где флаг наш. Арсений не хочет одевать джинсы, а я не хочу одевать колючее платье. Я наоборот хочу одевать джинсы. Делаются. Один Марк сегодня молодец, оделся молча. Еще я помыл посуду, помогал. Нет. А я раньше тебя... В общем, мы наконец-то выезжаем. Но да, на голове бардак. Все? Ну, блин, ну, поехали. Вы сегодня на празднике расскажете? Да! Куда вы пришли? На праздник. А что за праздник? Мама! Марк поет. Концерт праздник. Марк поет. Концерт Марка, да? Нет, праздник Новый год у пения. У республики есть Новый год. Thank you.
Лерка, понятно. Лерка, понятно. Сейчас к бабушке поедем, когда она тебе сделает оливье очень много. Ой, а жопику носит. Чувихи и чувак, идите сюда, пожалуйста. Главное, дети счастливы. Парк. Пара, что у тебя с глазом? Болит? Сюда идите. Поля, Поля. Нет. Полин, тебя не смущает вот эта вот перчатка, варежка, которая у тебя болтается? Не смущает тебя совсем? Иди сюда. Иди сюда. Дочь, дай мне сюда варежку. У тебя варежка болтается по земле. Пойдем. О, все, забрала у тебя варежки. Так, значит, кто пришел с ресторана? Смотрите, только что? Смотрите. Тот хочет есть макароны. Смотрите, я. Давай, давай, что ты умеешь? Дубль два. Вот я что-нибудь собирать, я буду делать. Тебе молодец, сын! Круто! Да, дочь, давай! Молодцы! Давай, дочь! Леночка, самая скромная девочка, да? Это же потому, что я живу с мамой, с папой, с нормальными, да, дочь? Раз, два, три, поехали! Самая любимая музыка здесь играет. Обучение надо вот так. Арсений, ты инструктор по мандаринам? Смотрите, стоп! Я тебе еще не объясню. Надо вот так подкинуть и вот так это... Вот, ну что, я не... Надо вот так подкинуть. Вот так голову выше, вот так. И открывать ваш рот. Вот. Сейчас. Ну не надо. А блин. Так. Вот сейчас. Одна девочка ест шоколад. А вторая девочка ест макароны. А тебе дала Даша шоколадку? Да. Дарья, у меня сейчас весь пол будет в шоколаде. Все, хватит. Да, еще кусочек ей шоколадки. Угу. Поделись с сестрой, ей много нельзя. Да что? Ну поделись шоколадкой, дочь. Сейчас Даша всегда так делится, очень долго думает. Ну, отлично. Леночка, ты съела шоколадку или ты макарошки ждешь? Это супер-обучение. В бусах такая красивая. Мне и так есть. А, у тебя и так шоколадка лежит, да? Получается от 7 лет. От 7 лет? А до скольки, Арсюш, обучение? До 100. А, ну все, еще можно, Паша, тебе. Еще можно. Папа, так сделай, как ты. Папа, ты молодец. Ты платишь, а не можно учить английский. Нет, можно пойти собрать папки. Ну блин, я хочу знать.